Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это 907-й. Самый лучший танк в этом году за ГК. Потому что картошка убрала чифа, они, как всегда, конченые, олени тупые. Мы посмотрим нарезку боев и разберем ТТХ непонятки с пушкой 140 и 907-го. Я не понимаю, почему так. Может, вы мне объясните? Потому что я не понимаю этой логики вообще. Картошка по-своему, она всегда была у себя на уме. Ладно, всем приятного просмотра. Берите печеньки и смотрите. Так, вот эти два красавца. 140, 907. Просто сразу смотрим на точность. Разброс на 100 метров почему-то одинаковый. А почему, я не понимаю. По оборудке? По оборудке? По оборудке и всему они одинаковые. Но почему-то возьмем вот пушку 140 и возьмем пушечку 907. Смотрим, вот 140, разброс на 100 метров 0.35, тут 0.36. Почему-то, почему же так? КД немножко быстрее на 0.01 секунды у 907, а так почти все одинаково. Урон, пробитие одинаковый. Что там, что там. Но тут разброс на 100 метров 0.35 и 0.36 у пушек. Я не понимаю, в чем прикол. Это картошка, можно так сказать, да? Ну вот, смотрим, да, скорость орудия. Ну, быстрее немножко. 4.8.5. По оборудке они одинаковые. Ну, 140 капнули, у него совсем другой геймплей стал. 907 по-своему хорош, 140 по-своему. Время сведения быстрее у 907. Вот разброс на 100 метров оказывается одинаковый почему-то. А почему? Непонятно. Урон минуту на 140 больше. На 140. Вот интересно, да? Живучесть. На 100 хп больше у 907. Бронирование во лбу одинаковое. Башня, смотрим, хуже у 907-го. Ну, не знаю, не знаю. Борта на 20 больше у 907-го. И корма 55 лучше у 140. Так, мне интересно еще. Скорость поворота башни. Вот, вот. Количество градусов в секунду, на которое орудие переводится в секторе обстрела. Видим, что на 10-28 выше у 907-го, из-за этого он круче. Потому что 907-го расположение башни спереди. Если предположить вот бронирование, вот ты можешь выезжать от какого-то пригорка. Но я представлю этот пригорок, а вы этот увидите. Так, давайте приставим камень. Тут у нас стоит камень. Рикошеты. Тут рикошет будет. Да и тут будет рикошет. Да, это божественный танк. Пускай тут помойка не стоит никакая. Вот она. Есть пробитие. Пробитие не наблюдаю. Помойка конченная, не игра. Ура, хоть разочек. Подтверждаю пробитие. На 907 хочется упарываться просто. Ехать, воевать с кем-то. Он, ну, кайфовый танк. Пробитие.
пробитие. Есть пробитие. Гусеница едва держится. Пробитие не наблюдаю. Движение невозможно. Гусеница разорвана. Есть пробитие. Пробитие не подтверждаю. Немножечко мне пскиллап, я его сам убил. Пробитие подтверждаю. Пробитие. Вот это приятно. Есть пробитие. Спасибо. Цель подтверждаю. Попадание по модулю. Рикошет. Попадание по модулю. Не, это пиздец. Попадание по модулю и все. О, так нам было сразу, касочку. Не, кайфовый танк вообще такой. Блять, в играбельности изичка просто. Какой-то такой приятный, кайфовый, офигеннейший танк просто. Ты просто без напряга играешь. Вот это уровень. Два рикошета от леопарда уровень. Сегодня урон сделаю или нет? Готов. Пробитие подтверждаю. Нет пробития. Есть пробитие. Дэшнулся. Ну, стреляй, вонючий. Цель поражена. Ну, стреляй. Фу, мне эта помойка на арте задолбала. Еще 200 урона. Нормально. Давай, давай, 10% 75, куда ты едешь, дрог.
257 фловый, да ну не, ты ж. Не, помойка сейчас умрет. Бля, в пермаче лес? Или чё, где я? Что я? Пацан к успеху ушел. О. Одну помойку убили. Шимера. Погнали нахуй. Есть пробитие. Есть пробитие. Фиксируй меня, сука. Повреждение гусеницы. Готов. О, но, смотри, клондайк. И я светанул вообще, да? Офигенчик. Блин. Долго не бежать. Подтверждаю пробитие. Ох, то прицел. Цель потеряна. Пробитие подтверждаю. Кайф. С этим покончено. Жесть, кайф, не могу. Помощь летит. Чип-чипи. Блять. Чип-чипи, Дэйл. К нам спешат. Чип-чипи, Дэйл. Та-та-ра-та-та-та-ра-та. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Чип-чипи, Дэйл. К нам спешат. Чип-чипи, Дэйл. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-та-та-ра-ра-ра-ра. Готов. Друг нам где-то. Та-та-ра-та-та-та. Что-то где-то. Я не попал, ну и похуй. Это все. Пробитие подтверждаю. Цель подбита. Да. Не знаю, помог ли я. Они бы сами разъебали. Два рыла, пять танков. Вот представьте стадо баранов. А я их пастух. Я их пастырь. Они просто... как коровы на бой. Не могут ничего сделать. Не стоят, не понимают, что происходит. Как он по нам попадает. Пробитие не наблюдаю. Что он делает? Пробитие подтверждаю. Внимание, отступаем. Все.
Нормально так, неплохо. Мне понравилось. Опасный бульдог, опасный. Опасный бульдог. Угу. Интересно, еще вылезет? Я думаю, он не дурачок. Накаляешь, просто накаляешь. Блин. Поздно. Мост прорашить. Угу. Можно, можно. Пятьдесят ТП дарит. Хорошечко. Это миссионер. Миссионер 50 ТП. Столько вкуснях, ебать, я не могу. Пробитие подтверждаю. Я стой, иди нафиг. Смотрит он на меня влюбленным взглядом. Подтверждаю пробитие. Жесть. Он смог. Ах ты, помойка. Триплекс разбит. Обзор уменьшен. Обзор снова нормальный. Угу. Леопард поверил в себя. Набрался смелости. Мы скажем, что он зря это сделал. Да, меня пингует, меня заебало это уже. Когда ты имба, и тебе никто ничего сделать не может.
Не, ну это пиздец. Кран проебал, блядь. А, кран тут катается, блядь. Я думал, кран там воюет. Кран, имба, блядь. Помойка, блядь. Мой ДПМчик пригодится. Ну, 60 ТП, ну. Ты ж мой. Ты должен, ебать. Давай. Давай, братан. У него венов нет, блять. Нихуя сделать не могу. Мы 60 ТП, помойка, просто помойка. Пробитие. Пробитие не нужно. Ну да, магия шотного танка, естественно. Есть пробитие. О. Фугасы — это сила, я знаю. Хорош. Пробитие подтверждаю. Наивный. Ух ты, помойка. Шпяга разрядилась. 60 ТП фуловый стоит. Давай, давай. Ну блин, там же зелененьким горело. А, у меня под КС закончились. Броня не пробита. С этим покончено. Бать, разъебали мне лицо, сука. Чё-то мне кажется, я его встречу сейчас. Не, он на базе будет сверху. Помойка, господи, помойка, блядь. Я помойка. Я просто мог назад отъехать. Я его пересветил, он меня не увидел. Ой.